Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. Сегодня поговорим о бровях. Для того, чтобы оформить брови, совсем не обязательно покупать дорогостоящий набор. Первый вариант. Тени естественного оттенка, подходящие под ваш цвет волос, точнее под их корни, подойдут и для оформления бровей. Для того, чтобы форма бровей была более аккуратной, вначале я всегда оформляю их прозрачным гелем, то есть закрепляю, и уже потом заполняю пробелы с помощью теней. Таким образом, брови получаются очень натуральные и естественные. И второй вариант. Понадобится коричневая тушь и чистая кисточка. На основной кисточке слишком много продукта, поэтому использовать ее нельзя. Чистой кисточкой наберем совсем немного и прочешем брови. Затем щеточкой снимем излишки. Получается более яркий макияж, однако все зависит от цвета туши. Мечтаете попробовать помаду для бровей? Используйте любую помаду, довольно сухую, подходящую вам по оттенку. Закрепите брови прозрачным гелем, затем наберите немного продукта на кисточку и дорисуйте нехватающие волоски. Эффект получится очень натуральный. Вот и все. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!